Христос воскресе! Дорогие друзья, это программа «Четверть часа». Меня зовут Тимофей Обухов. Наша встреча в прямом пасхальном эфире, надеюсь, будет и праздничной, и по-настоящему нашей. В хорошем смысле этого слова. Жизнеутверждающей и доброй. Фомину неделю в монастыре Марии Магдалины в Иерусалиме была отслужена праздничная божественная литургия, в которой участвовали юные прихожане монастыря. Литургия служилась на территории обители под открытым небом на престоле, освященном в честь праздника входа Господня в Иерусалим. Престол расположен на древних ступенях. Православные археологи считают, что именно этим путем Христос входил в Иерусалим. Мы, уважаемые союзники, можем участвовать в этом молитвенном пасхальном торжестве в русской Гефсимании, как называют монастырь Марии Магдалины. Спасибо Ирине Миркиной за этот замечательный репортаж, в котором я рад вновь увидеть матушку Марию Ал-Алам и ее юных воспитанниц. Христос воскресе! Не творившее утро я же о Марии, и обрежшая камень от больного гроба, слышу от ангела, воскресе Христопущем, пущем смертными, что ищете, я же человек. Видите гробные пелены, тяците и миру проповедите, это восста Господень, мертвил и смерть, яко есть Сын Бога, спасающий народ человеческий. Гряды свыше над всеми есть, сы от земли есть, и от земли глаголит, гряды с небесе над всеми есть, и еже виде и слыша, сие свидетельствует, и свидетельство Его никто же приемлет, приема Его свидетельство верова, яко Бог истинен есть. Словом Тебе.
Сей день, Боже,
сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся. Вонь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня. А когда погибнут грешницы от лица Божия, праведница да возвеселятся. Христос воскресе! Сей день Егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вон. Раз был здесь, вот у этого престола, который здесь построил один из начальников миссии, который здесь был еще в 90-е годы. Отец Алексей Розенталь такой был. И он специально построил этот престол с надеждой, что здесь будут служиться иногда литургии. И вот как-то так оно не складывалось, но сегодня это осуществилось. Я не знаю, надо будет ему позвонить, сказать, что мы сегодня послужили на этом престоле. Это великое праздничное событие, потому что я напоминаю вам, да, он еще жив, он сейчас в Австралии, напоминаю вам, что мы с вами служим не просто так под открытым небом, а мы с вами служим на святых местах. И вот эта скала, это камень, которого касались стопы Господа нашего Иисуса Христа, когда он шел с Елеонской горы, спускался на Сляте, на Верное Воскресенье. Он шел по этой дороге, и фрагмент этой дороги здесь сохранился до наших дней. Я думаю, что и когда здесь Господь молился со своими учениками в Гефсиманском саду, наверняка он прикасался к этим камням. Поэтому церковь испокон веков, еще с первых поколений христианских, уж тем более, когда уже церковь стала формироваться в 4-5 веке, служила на тех святых местах, которые сохранились, которые были наполнены благодатью, которые помнят Господа нашего Иисуса Христа. И вот мы осуществляем это, можно так сказать, очень, очень важное служение миссионерское, потому что мы все приобщаемся к этой литургии, все в ней участвуем на трапезу, а потом у нас будет пасхальный утренник. Храни вас всех Господь! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!